Сначала матча показа бразильян Дамиан. Давайте, ребятки, сразу начнем. Поехали вместе. Россия! Помните, друзья, вот матче на 1/8 финала, как бы наоборот, чуть затекали на подаче, очень хорошо получалось у наших девочек. Давайте попробуем. Великолепная атака в исполнении Дуны. Дуны закаты и Дуны, друзья, это настоящий сплав опыта и молодости. 37-летний призер Олимпийских игр Агата и 22-летний Дуна. Тренировался, Света это готовила, Света это репетировала, тренировала.
воронка, еще здесь 6-8. Давай, друзья, не будем сейчас останавливаться. Вместе! Россия! Это ау, друзья, так откуда я?
такой матч. Возвращаемся в игру, дамы и господа. Браво! Браво!
участием. Девятнадцать, шестнадцать. Тайм-аут, дамы и господа, этим тайм-аутом воспользуюсь, чтобы напомнить, что у нас завтра матч за третье место и финал у женщин, что очень важно. 19:30 матч за третье место, в 20:45 женский финал, но еще очень важно, что две мужские пары у нас продолжают борьбу на этапе мирового тура 4 звезды, и завтра они будут открывать игровой день, 9 часов утра. Супер матч, по-другому не скажешь. Наши чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский играют против олимпийского чемпиона Алисона Черути, его партнера по команде Альваро Фио. Из Бразилии матч за выход в 1/4 и в 9:50 Константин Семенов и Илья Решуков против дуэта из Соединенных Штатов Америки Бон Краб. Будьте с нами обязательно. Ну а сейчас, друзья, встречайте девушек на площадке. Вот. И поехали по клубу из Сочи. Ну что, давайте чуть-чуть передохнем, после чего мы с вами смотрим вторую партию игры. Thank you.
просто великолепный розыгрыш, тем не менее, друзья, и как сражались наши девочки, молодцы, молодцы! Потрясающий матч, потрясающая атмосфера на трибунах. Все это в любом, друзья. На мой вкус, это игры. Big Part of the Game, реально, участие. Ребят, сейчас аплодисментов дайте нашим девчонкам быстренько! Вот так! Спокойно, рассудительно, умно, браво! Пока девочки там прям рядом с вами, еще им аплодисментов! Ваша поддержка, как будто втроем играют. Thank you.
Ну ничего, ребят, все равно блестящий отрезок, согласитесь, вы дали, девчонки, давайте поаплодируем сейчас! О, у нас технический тайм-аут. Друзья, я вот что думаю, что нам мешает пару кружков волны запустить? У нас практически весь стадион добрался, там еще и фейерверк начинается. Ребят, я вот Фрязино, вот этот сектор, вы меня видите? Вот вы. Давайте с вас начинаем волну в эту сторону. Мы тут балконом поддерживаем через боковую трибуну. Итак, пару кружков в Сочи, готовы? Давайте. Раз, два, три. Поехали! Давай. Балкон готовься. И еще круг. Давай, крути. Балкон. Вверх. Еще круг один. Браво, Сочи, аплодисменты! Волейбол, волейбол мирового уровня здесь, в Сочи, друзья. Ну и завтра еще раз напомню. Ёж в образе. Завтра, друзья, у нас 9 часов утра старт игр. Ёжик, тебе игра нравится? Ой-ой-ой. Я тебе понял, что в следующий раз будет отвлекать охрану, если нам понадобится. Молодец! Да, вот это атмосфера, вот это. Так, как все должно быть.
наши девчонки способны на любые чудеса, дамы и господа. Поэтому дисциплиночка, отставание – это рабочий процесс. Но отставание становится чуть больше. 17-12.
Ничего, ничего, спокойно. Давайте, девочки, поаплодируем. Какой мировой тренер! А, ребята!